Село Ширяево – это туристическая Мекка Жигулевских гор. Помимо автомобиля, попасть сюда можно на кораблике от речного вокзала Самары. Речная прогулка займет 4,5 часа туда-обратно. По стоимости это сущие копейки – 272 рубля с человека. На экскурсию по селу у вас будет 4 часа. Природа бесподобна, особенно сейчас, в середине сентября. Помимо лазания по горам и купания в Волге, здесь можно посетить россыпь заброшенных штолен, дом-музей художника Репина, мемориал, посвященный самому северному государству, исповедующему ислам, которому принадлежали земли Самарской Луки до монгольские времена, Волжской Булгарии. В селе ведется активное благоустройство. У вас лишний день в Самаре? Есть повод посетить.